Я вот небольшое вступление заготовил для, так сказать, коллектива. Да. Но его нет, да. Но я хотел сказать, что я подумал, какое, скажем, это отношение эта книга имеет к Алексею Николаевичу Толстому. Ну, во-первых, там есть глава про Петра Первого. Вот. И ну, все знают, значит, Петр Первый роман, который я в детстве, конечно, читал. Вот. А второе, я подумал о Буратино, потому что, ну, хотя Буратино, значит, учила Мальвина, как себя вести, но он никак не давался, совал нос в чернильницу, вот. А в конце, ну, там, значит, была же такая картина, гладкой живописью, было на ней изображено все, что надо, вот.